Минздрав скорректировал перечень бесплатных лекарств. На заседании формулярной комиссии Минздрава РК было принято решение внести ряд онкологических лекарственных средств, в том числе и Доброфеньп стоимостью 2 миллиона тенге, в список бесплатных лекарств на амбулаторном уровне. Эта норма позволит пациентам получать данные препараты через аптеки по назначению врача из расчета курса лечения, а нуждающимся в постоянном, длительном лечении из расчета 3 месяцев. Единым дистрибьютором уже закуплен заявленный медицинскими организациями годовой объем онкологического препарата Доброфеньп, Тафинлар. Он будет поставлен в регионы согласно утвержденному графику поставок. До этого решения Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан на просьбы больных о бесплатном обеспечении лекарственным препаратом Тафинлар, Доброфеньп, отказывал, отмечая, что он не входит в утвержденный перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями, состояниями и специализированными лечебными продуктами. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал. Жмем на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока.